Нажимаемся. Вот она пишет меня сама. Приветствую вас, рыболовное братство. Ты меня видишь картинку, да? Угу. Куда нажимать? Вот решил я. Ничего не нажимаю, но уже пишет. Решил проверить свой старый спиннинг. Далеко не отходи. И вот она, щучка первая. На виброхвост. Сейчас мы ее вытащим. Вот такая. В принципе, не очень большая. Ну, приятно. Понял. Вот так. Вот смотрите. Зелененький виброхвост. Поводками стальными я не пользуюсь. Я думаю, что они просто рыбу отпугивают. Вот и все. Теперь я снимаю этот виброхвост и цепляю сюда спиннербейт. И так будем все снасти проверять. Вот так. Следующий ролик будет уже у Демьяна на ставку. Да. Вот. Местные жители. Так что поменяю. Вот, поменяю насадочку. И следующий ролик будет уже на другую. Вот так. Все. До новых средств. Подписывайтесь на мой канал. Адреналин. Так и давно уже я не брал спиннинг в руки. Так, кнопочка.